Добрый вечер, дорогие дамы и господа. Мы рады вас приветствовать на новогоднем вечере группы компании «Вираж». И именно сейчас хотели бы задать вопросы нашим сотрудникам. Как вас зовут? Брэд Питт. Людмила Курченко. Эдди Мерфи. Наргиз. Жан-Клод Ван Дам. Марина Ниелова. Леонардо Ди Каприо. Стивен Сигал. Давайте вспомним, когда вы последний раз были на работе. Год назад. Буквально 4 дня назад. В феврале месяце. Летом. 3 года назад. В августе прошлого этого года. 3 года назад. Года 3 назад. Друзья, сколько вы выпили алкоголя перед началом нашего банкета? Недостаточно много. Как минимум 1-2 литра. 1-1.5 литра. Водочки? Возможно, по 0,5. Водки, шампанского, вина. Много. 200 грамм вина. 1 литр водки. От 3 бокалов вина до 3 литра водки. Как вы думаете, где вы проснетесь после сегодняшнего корпоратива? В канализации. Мама дорогая, на крышах, наверное, как Карлсоны. Там, где тепло, в подвале. В канализации, где теплые места. На теплотрассах. На улице. В подъезде. В туннелях, там, где тепло, в подвалах. А кто сегодня, по вашему мнению, будет самый пьяный на корпоративе? Ренат. Наташенька, Анюточка, Петечка, Танюшенька, Мишенька. Дархан, Максим, Сергей. Аня, Алина. И Чингис. Бауржан, Олег. Саша, Дархан. Дархан, Руслан, Максим. Опишите, пожалуйста, ваш коллектив. Какой он? Это вообще тяжелый случай. Понты это все. Переходит на красный свет. Дорогу понтам, вперед, вперед, вперед. Я знаю, у нас есть такой один супер понтовый на всем «Вираже». Ладно, не будем говорить фамилии. Это хамы, наглые, нехорошие люди. Ну, они вот такие. Если будет стоять очередь, они пойдут вот так и встанут вперед. Расслабленные пофигистически. Неуважительные пофигисты. Наглые такие, а то не уважают старших. Они выше всех, лучше всех, грамотнее всех, как будто. Дерзкие, борзые. На пальцы веером, сопли пузырями, извините. Отморозки, моральные уроды. Какая новогодняя премия в вашем отделе? $1 миллион. 830 тысяч. $1 миллион. Ну, пара миллионов. Тенге. $1 миллион тенге. $1 миллион. 100 тысяч миллионов до неба. $1 миллион. А как у вас записан в телефоне номер вашего прямого руководителя? Баи, ханы. А, боги? Ну, царь, король, королевич. Шахи, падишахи. Шах, падишах. Император. Господа. Царь, король, князь. Царь, император. Царь, хан, князь. А если вы сильно провинились на работе, как вас наказывает шеф? Сажение на кол. Не дают выпить ничего. Это же самое страшное. Сажать на дыбу, на кол. Бить розгами. Втыкание иголок под ноготь. Выстрел из пистолета в колено. На дыбе. Испанский сапог. Испанский сапог – это когда на ноги одевают деревянные колодки и все время их сжимают, делают короче и короче, чем твоя нога. Пытка голодом. На лицо, к примеру, постоянно льют воду. Муравьи в печень, иголки под ногти. Гильотина. А как и на чем вы сегодня планируете добраться после банкета домой? На истребителе. Наверное, на вертолете. Ламборджини. На клевой гоночной машине. Да, на ракетной, да, на ракете. На океанском лайнере. На вертолете. Тесла. А как вы думаете, как сегодня пройдет новогодний корпоратив? Ну что ж, дорогие дамы и господа, давайте поднимем бокалы за все эти прекрасные пожелания от наших дорогих сотрудников. Друзья, всех с наступающим новым 2020 годом. Счастья, добра и, конечно же, крепкого здоровья желаем. Поднимаем бокалы. Дружно, гип-гип. Ура!